Ребенок из ясельной группы детского сада в Краснодаре, на котором упало дерево. Скончался организованная доследственная проверка, сообщает прокуратура Краснодарского края. В понедельник днем прокуратура сообщила, что в 10.19 МСК на территории детского сада номер 48 на улице Красной, 167 в Краснодаре во время прогулки детей на них упало дерево. В результате пострадали двое детей и воспитательница. Сообщился, что они из малышей находился в тяжелом состоянии. Надзорное ведомство объявил о начале прокурорской проверки. Отмечается, что ход проверки находится на контроле прокурора края.